Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем телеграм-канале обратился в ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди его экс-подопечной Наргиз Закировой, Фаруха Закирова. Фадеева возмутили слова Наргиз, которые она произнесла во время пранков шоу Вована и Лексуса. Певица заявляла, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт своего мужа, когда тот получит гражданство Узбекистана. Продюсер считает, что родственнику Наргиз нельзя гастролировать в России после слов его племянницы. «Есть один вопрос, который я хочу поднять публично. Этот Фарух Закиров, который крышует весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны», — написал Фадеев. Продюсера удивило, что Наргиз приняла блогера Макса Камикадзе за реального президента Украины Владимира Зеленского. Фадеева возмутила, что экс-подопечная просит, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. Он расценил эти слова как экстремизм и призыв к массовым убийствам. Также его возмутили слова в адрес властей Узбекистана. «Я все время задавал себе вопрос, как можно жить в мусульманской стране, плюя на тех людей, среди которых ты живешь». В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже президента Узбекистана. Как это возможно? Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фарух Закиров, заявил продюсер. Ранее руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить Закирову на финансирование терроризма. Также он заявил, что певицу необходимо признать иноагентом.